Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Второй час дня. Пришла я домой, ходила за продуктами, взяла совсем немножко продуктов. У нас дождь был, вот мой зонт, я положила его туда, чтобы он у меня просох потом сложить. Сегодня у меня стирка, сейчас вот я сниму вам видео, потом позову Нину. Она мне поможет шторы мои снять. Ну, как поможет? Я полезу сама снимать на лестнице. Она будет только придерживать лестницу. Там сниму эту уже. Вот сюда тоже передвинула. Эту штору сниму. И там же у себя в спальне тоже сниму. Сегодня стирка, значит, надо их перестирать. А потом эти же их и повешу. Ну, вот эти зеленые тут и в той маленькой комнате сразу повешу. У меня же 4. Поэтому повешу сразу, а потом эти постираются, сложу, положу. Это мои подушки. Я вот сейчас одну подушку эту беру, одеялко, и ложу туда на диван и смотрю свои фильмы. Ну, давайте приступим к тому, что я получила сегодня. Это очень мало всего, очень-очень мало. Вот, смотрите. Вот написано, это... Морковка и пастернак. Вот он, пастернак нарисована. Морковка и пастернак, который надо в духовку положить на 20 минут. Не знаю, что я его взяла. Я думала, это морковка с картошкой. Не почитала. Вот. Ну, скажу, Нине захочет, сделает в духовке нам на ужин. Покушаем 2 банана, 1 яблоко, 1 молоко, сухарики. Это замороженная ножка на гриле, которая была на гриле. А нет, это не ножка, это грудка. Замороженная курячая грудка. Вот. Таких вот 5 булочек. Вот. Такой хлебушек. Мягкие булочки. Мягкие. И вот такой кусочек выпечки какого-то. Вот. И кофе из кафе. Ну, что вам сказать, что я от этого оставлю себе? Один вот этот маленький банан оставлю себе, отдам этот Нине, яблоко оставлю себе, молоко отдам Нине, сухарики отдам Нине, 1 булочку себе, вот это вот 2 штучки себе, а это Нине. Вот этот пополам перережу, эту курицу разморожу, сейчас на обед съем. И этот пастернак с морковкой тоже Нине. Скажу, пускай положит в этот самый, в духовку поедим, как чипсы погрызем. Все. Много было, знаете, много было чего, готовых блюд. Лазанья была, потом рис там был с мясом, пюре с сосисками. Вот, много так всего давали, помните, я показывала сосиски с пюре, такую коробку. Вот это в таких коробках было. Я все это оставила. Нина сказала, мне не надо ничего. Вот. Ну, молоко надо. Я, может быть, половину здесь литр. Сколько? 1,5 литра. Я себе отолью в это самое, в банку половину. А остальное ей отдам на кашу там. Вот, все. Больше ничего не надо. Потом я думаю, поеду я в призму. Ну, потом скажу, зачем я поехала. Завтра расскажу. Вот. И поехала я, значит, в призму. А, это со Стокмана у меня чек. Нет, сначала же я пошла в Стокман. Стокман. Купила вот юбочку. Смотрите, юбочка стоила 49,90. На 80% скидка. Потом еще на 50%. И купила себе и Нине штанишки. Вот себе. Таки нашла 44-й. Они как-то на меня немножко в талии широковаты. Но вот тут вот в бедрах, в попе хорошо. Что 42-й был бы хорошо в талии. А тут было бы, ну, оно было бы ничего, но они же не стрейчевые. Они же не стрейчевые, и когда бы я садилась, оно бы, знаете, было бы нехорошо. А какой тут состав в них? Сейчас мы посмотрим. Вот, какой тут в них состав? Ага, смотрите. Даже на русском. 66%. Какой-то лиоцел. И 34% пувела, это хлопок. Ну и такие же точно не купила.
40-й ей взяла, думаю, ей должны подойти. И вот за все я заплатила. $15.80 я за все заплатила. 40 центов еще заплатила за большой пакет, потому что не было у меня куда ложить, думаю. А дождик накрапывал, думаю, мне надо купить пакет. Вот 40 центов большой пакет. Ну вот так вот штаники себе. Я померила хорошо. Юбку померила тоже, знаете, в бедрах. У меня ж такая фигура нестандартная всегда была с молоду. Вот, в бедрах она мне хорошо. А в талии она мне великовата, можно было бы 42-й. Но если бы я взяла 42-й, тогда бы мне было сильно затягивало в бедрах, хотя юбка стрейчевая. Вот, не знаю, короче, взяла 44-й. Я еще подумаю, я ее померяю дома с чем-то, нужна ли она мне вообще. Если не нужна, я возьму ее и отнесу. Ну, а потом еще ж там Стокмане что мне дали? Мне дали вот такой мишку Маскина, это новые. Новый парфюм, пробничек, вот Маскина мишку, и дали такой Версачи, два пробничка дали. А это потом, когда шла за продуктами, зашла в аптеку, там, где я всегда лекарства покупаю, но я же вчера купила лекарства, поэтому я просто зашла там водички попить. Вот это для тела два крема взяла, это для лица два крема взяла, это тоже для лица крем, вот. И это какое-то маслечко, да? Что-то там капля нарисована. Не знаю, почитаю, короче. Вот это бесплатно лежало, так я взяла. Это в Стокмане дали такой журнал. Сейчас вот женские сумочки, женская одежда. Все летнего сезона, все новые вещи, скидка на 20%. Вот. Ну, знаете, там, когда это открыла как раз на Маримейку, страницу. Там, когда вот еще купон какой-то положили, купон косметика на 10%, но это не дополнительно, это с этого, с нового, вот такие купоны. Вот. Когда эти самые новые товары, это все дорого. Аква ди Парма итальянская. Вот. Тогда все очень дорого, поэтому я, когда обычные скидки, я ничего не... Ну, в смысле, без скидок я ничего не покупаю. Вот. Вот так положили мне, я даже не видела, что она мне положила в этот пакет. Вот, смотрите, 27,90 крем, а этот 10 евро. Вот, крем. Малюсенькая такая баночка, 15 грамм всего лишь. А в этом, сколько тут грамм? А, что-то не вижу. А, 60 миллилитров. А здесь 15. Представляете, какая малюсенькая. Ну, вот это то, что журнал посмотрю, выброшу. Ну, и потом поехала в Призму. Я же вам вчера говорила, что я пошла в Сканси туда, зашла в продукты, хотела вот эти сырки купить. Они у нас в Сканси по 43 цента. В Призме они по 33 цента. Вот. Я взяла 3 сырка себе, а вчера я их не взяла не потому, что они на 10 центов дороже, а потому, что была большая очередь и не стала стоять. Взяла себе 2 йогурта, вот таких я люблю, с персиком. Вот, персиковый, по 25 центов сметану взяла, обычную, вот, до 10-го, 5-го. Мороженое было по скидке. А где же я чек делала? И хотела же вам все показать. Это я такая. Сейчас я посмотрю. Чек. Чек. Где ты делся? Чек. Это с одной рукой еще неудобно смотреть. Ай, не знаю, где я его дела. Я же его вроде не выбрасывала. Ага, вот. Наверное, вот это вот. Сейчас посмотрим. Да. А я вам косу свою не показала, да? Вчера купалась, мыла голову. Коса моя, видите, красивая. Стриться пора. Ну, еще по такой погоде не иду стриться. Значит, смотрим. Клубника.
400 грамм в каждой упаковке. Три упаковки взяла. Потом расскажу, зачем так много взяла. По 99 центов клубника. Вот. Йогурты по 25 взяла, две штучки. По 33 эти самые творожки. Сметанка сколько у нас? Сметанка у нас 69 центов и мороженое у нас 49 центов. Итого я заплатила 5 евро 64 цента. Вот смотрите. Призма. Призма и Тахарию. Это там, где мне давали вот на 40 евро, что я в той призме могла скупиться. Вот видите, написано вот 3 клубники по 99 центов. Вот. Вот 2,97, ну 3 евро округляем, получилось. А здесь же по 400 грамм, кило 200. Вот. И мороженое по скидке тоже по 49 можно. Там было написано по 4 штуки. Я же люблю белое мороженое. Очень люблю белое мороженое. Вот. Сейчас вот Нина, я пообедаю, потом позвоню Ниночке. Она придет, мы одну клубнику вот эту почистим. Сахаром порежем мелко, сахаром засыпем. Мороженое и сверху клубника с сахаром. Очень вкусно. Вот. А эти положу в холодильник себе две. Вот. Ну, вот это и все. То, что мне дали сегодня. Я вам все показала. Вот. Так что хорошая клубника. Мне нравится. Я люблю клубнику. Вот. Ну, и вот это же купила и для Нины, и для себя. Штанишки. Юбку не знаю. Я еще так как-то. У меня есть одна очень красивая льняная юбка. Я не знаю, показывала вам, не показывала. Летняя такая льняная. 100% лен. А где она у меня здесь? А, вот она. Да и штанов у меня полно, господи. Вот такая льняная юбка у меня красивая. Штанов у меня тоже полно. Вот такие светлые штаны есть. Надо тоже носить. Ну, не знаю. Купила. Купила. Вот эти светлые штаны, потом вот одни штаны, потом вот одни штаны, потом вот одни штаны, еще с этикеткой висят, потом вот одни штаны. Вот. Что здесь у меня? Вот одни штаны. Вот одни штаны. Вот, казалось бы, ну нахрена они тебе надо, да? Не, ну 5,50. Поэтому и купила. А когда носить? Вот у меня вот такая вот юбка есть. Джинсовая. Так что я, наверное, скорее всего, юбку я вообще отнесу. У меня такая хорошая джинсовая юбка есть. И под нее есть джинсовая куртка. Вот. Штанов у меня много. Так это же еще не все. Вы думаете, это все штаны? Да. Тут еще вон столько всего. Тут и белые есть. Где тут они? Вот такие вот белые есть штаны. Вот такие вот белые есть штаны. Потом есть льняные штаны. Такие вот. Вот такие вот льняные. Красные есть. Потом вот такие вот. Ну, эти такого, знаете, вот такого типа на пляж ходить. Вот такие штаны есть. Вот. Шорты тут. Ну, короче, не буду вам все показывать, потому что тут до хрена и больше всего. Вот такие вот розовые штаны есть. Тоже льняные. Такие вот штаны. Не помню, они на веревке или на резинке. Нет, они на резинке, тут на море. Вот такие вот штаны. Да ну, наверное, я не знаю, отнесу, не отнесу, короче. Нехай будут. Нехай будут. Нехай будут. Все ж, знаете, все потому, что ой, дешево, ой, дешево. Ой, дешево. А носить не успевается. Ну дешево. 5,50 дешево. Да, конечно, дешево. Если они стоили вот 60, а теперь 5,50. Ну, конечно же, это дешево. Ладно, давайте на этом я закончу. Пока-пока. До новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Всех хороших выходных. Вот, неделя закончилась. Всего вам доброго, всего хорошего, хорошей погоды. Не болейте, любите друг друга. Пока!